Вечером 15 марта не стало Александра Ширвинта. Народный артист скончался в больнице. Сегодня близкие актеры и его многочисленные поклонники прощаются с ним в театре, который мэтр руководил на протяжении многих лет. Александр Анатольевич скончался из-за сердечной недостаточности. СМИ передавали, что 5 лет назад актеру установили кардиостимулятор. Через год Ширвин перенес пневмонию, а летом 2022 года у него обнаружили стенокардию. Сегодня в Театре Сатиры за несколько часов до начала траурной церемонии собрались самые близкие люди народного артиста. Проститься с ним пришли коллеги и сотни поклонников. Также прощание с легендарным актером проходило по всем православным канонам. Гражданская панихида сменилась церковным отпеванием. На лоб у покойного был заметен венчик. Это бумажная лента, которая кладется при погребении после омовения тела. На венчик помещаются изображения Иисуса Христа, Богородицы, Иоанна Предтечи и текст Три Святой Песни: «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Возложение венчика на лоб умершего символизирует венец славы, который по учению церкви получает в Царстве Небесном христианин за свою праведную жизнь. Также в гроб к актеру положили разрешительную грамоту с молитвой. Она считается своего рода пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли врата Царствия Небесного. Речь не идет о грехах усопшего и об их отпущении.